Так, всем привет, мисс Шепард на связи. Мы продолжаем играть во врата Штейна 0. И в прошлой серии у нас было то, что нам надо помочь Кирю провести интервью с Маха. Сам подумай, ты ведь сможешь, Акабе. Нет, я не особо в этом разбираюсь. Так, я сейчас кое-что проверю. Так, все прекрасно. Акабе, ты идеально подходишь. Тема довольно близка к твоей специальности, так что ты сможешь задать вполне основательные вопросы. Все-таки у тебя есть скрытый талант, раз уж ты с первого взгляда влюбил в себя профессора Ласкинена. Не льсти мне, я обычный японский студент. Шучу. Но я уверена, что ты превосходно подходишь для этой работы. Нет, но... Я тоже прошу тебя. Я заплачу, но немного. Интервью, значит. Я могу понаблюдать, как они тут устроились, да еще и денег немного заработают. Так что почему бы и нет? Я довольно много времени провел в лаборатории во время праздников, так что пришлось даже пропустить подработку. С недавних пор я еще и начал мечтать об учебе в университете Виктора Кондрия. Возможность пообщаться с Хияджи Маха, блестящим исследователем в области ИИ, бесценна. Многие, наверное, готовы заплатить за саму такую возможность. Я помогу. Я и сам хочу побольше узнать о твоей работе. Если нужна помощь, я с удовольствием. Спасибо, ты нас просто выручил. Спасибо. Хорошо, начинаем. Кирю, ты будешь записывать? Да, на диктофон. Майка вытащила диктофон и положила его на стол. Я начну, хорошо? Да. Говори, не стесняясь, я потом отредактирую. Что мне спросить? Просто чтобы ты знал, я не так уж и много знаю об ИИ, по сравнению с обычным японцем. Я помогу говорить все подряд, что в голову приходит, но... Как насчет перевести интервью в форму дискуссии? Уверена, так будет даже интересней. В тот миг, когда она произнесла эти слова, на меня нахлынули воспоминания. Ну, так, хорошо. Давайте сменим формат на дискуссию. Так будет даже интересней. Давай, ну Акабе, вот только не сейчас. Акабе, что такое? Ты в порядке? Мойка с Маха смотрели на меня в замешательстве. Если не хочешь, тогда... Нет, все хорошо. Извините, просто вспомнил, как Курису говорил то же самое, что и ты. Курису говорила? Когда? Во время чтения лекции о машине времени в АТФ. Стоп. Не говорила. Это было в другой мировой линии. В этой мировой линии Курису умерла до того, как смогла бы прочитать лекцию или пройти в лабу. Прийти. Нет, наверное, я перепутал. Извините, что сбил вас. Не берите в голову. Да, ну тогда ладно. Итак, с чего бы начать? Дайте подумать. Исследования искусственного интеллекта начались практически одновременно с рождением первого компьютера.
Ядро ИИ, над которым мы работаем, основано на так называемой технологии нейронных сетей. Эта технология впервые была предложена в 1950-х. ENIAC – первый в мире компьютер, основанный на архитектуре фон Неймана, был представлен миру в 1946-м. То есть примерно в то же время, так? Так, ENIAC – сокращение от Electronic Numerical Integrator and Computer. Электронный числовой интегратор и вычислитель. Самый первый компьютер, построенный в 1947 году в Америке. Он применялся при расчете артиллерийских таблиц, и в его разработке принимал участие математик Джон фон Нейман. В нем использовалось свыше 17 тысяч вакуумных трубок, и он был в 1000 раз быстрее существовавших в то время электронных калькуляторов. Тем не менее, качество вакуумных трубок от того времени оставляло желать лучшего, и каждый день, насколько из них могли сломаться, требуя замены. ENIAC часто называли первым электронным компьютером общего назначения, но до него были и другие, такие как компьютер Атанасофф-Берри. Таким образом, правильнее описать его как первый компьютер, получивший широкую известность. Архитектура фон Неймана – разновидность компьютерной архитектуры, впервые предложенная в 1946 году математиком Джоном фон Нейманом. Практически все современные компьютеры используют архитектуру фон Неймана. Ранее компьютеры не делали различий между тем, что мы называем ОС и программой, и представляли собой физически реализованную схему, что значительно ограничивало их потенциал. В системе фон Неймана не только данные, но и сама программа могла быть при необходимости загружена в память из внешнего источника и исполнена. В то же время компьютер был сродни магии. Вы пишете программу, а она автоматически решает за вас проблемы, какими бы сложными они ни были. Впрочем, люди и по сей день считают так же. Поэтому ученые того времени решили, что если написать еще более удивительную программу, она сможет решить еще больше проблем. Они считали, что в конце концов компьютеры эволюционируют до такой степени, что смогут думать и обучаться, как это делает человек. Но, к сожалению, они не смогли добиться успеха. И даже сегодня, в 21 веке, мы так и не смогли создать универсальный ИИ, способный решать разнообразные задачи, сродни человеческому интеллекту. Конечно, это не означает, что специалисты в области искусственного интеллекта сидят сложа руки. Все как раз наоборот. Мы потерпели неудачу в деле создания абсолютного многофункционального ИИ, но смогли извлечь много пользы в отдельных сферах информационной науки. Например, технология OCR, позволяющая сканировать изображения, распознавать на них текст, похожа на методы, используемые человеческим мозгом для распознавания отдельных букв. OCR. Технология оптического распознавания символов. Optical Character Recognition Technology. Технология, позволяющая компьютеру считывать и распознавать символы, написанные на бумаге. В то время как люди с легкостью могут считать рукописный текст, для машины это задача невероятной сложности. Первоначально эта задача относилась к распознаванию образов, представляющим собой один из подразделов теории ИИ. Но развитие технологии OCR до сих пор такого уровня, что она применяется во многих коммерческих приложениях. Ходят слухи, что вскоре в смартфонах будет встраиваться распознаватель голоса. Это тоже одно из приложений исследований ИИ. Но даже спустя 60 лет с начала исследований в этой области пока еще никто не преуспел в создании ИИ, полностью повторяющегося
способности человека. Кроме Амадеуса, конечно. Почему никому не удалось? Думаю, самым простым объяснением можно назвать тот факт, что мы до сих пор до конца не понимаем, как работает мозг. Имаха указательным пальцем постучал по своему виску. Есть много всего, что мы еще не знаем о мозге. Как биокомпьютер, состоящий всего лишь из 100 миллиардов нейронов, имеет такую огромную мощь? Как возможно одновременно записывать и считывать такой огромный объем информации? В чем тайна озарения, когда два, казалось бы, не связанных события соединяются вместе? Я могу привести еще немало примеров. Есть множество задач, которые с легкостью решаются людьми, но никак не могут быть решены компьютером. Множество? Именно. Можно сказать, наша работа заключается в том, чтобы решить эти проблемы одну за другой. Кажется, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Можешь привести конкретный пример? Тогда я расскажу тебе о проблеме фреймов. Давай представим, что Кирю — это робот. Мойка делала пометки в блокноте, и когда было произнесено имя, внезапно вздрогнула. Я? Робот? А если точнее, ИИ, загруженный в робота. Кирю, мне нужен этот стол. Можешь чуть-чуть отодвинуть диктофон? Мойка убрала диктофон со стола и положила его на пол. Маха начала рыться в своей сумке, стоящей около стола. Я точно помню, она была здесь. А, вот ты где. Она вытащила маленькую белую коробочку, достаточно маленькую, чтобы поместиться в ее крошечных руках. Она открыла ее и вынула содержимое. Это была Упа, такая же, как у Маюри. Достижение 50 чего-то открытого. Маха передала ее мне, и я взял и потрогал. Поверхность очень похожа на стирательную резинку. Майюри вчера подарила. Такая милая, да? Неужели? Никогда не понимал, что у девчонки, особенно Майюри, находят в ней милого. Я вернул ей Упу. Она положила ее обратно в коробку, закрыла крышку и поставила коробку в центр стола. Прямо сейчас я проведу простой эксперимент. Акабе, прикажи Кирю вытащить Упу из коробки. Приказать? Именно, она ИИ, так что просто дай ей программу действий, предписывающую выполнение правильных движений. Правильных движений. Так можно более простые и точные. Например, в этой комнате множество коробок. Но тебе нужно сказать ей открыть именно ту, которая лежит на столе, а не какую-нибудь другую. Используй только словесный приказ. Нельзя показывать пальцем и указывать на коробку. Вот ту. Кирю, а ты в точности выполняй приказы Акабе. Делай только то, что он говорит. Четко, настолько возможно. Понятно? Да. Итак, начнем эксперимент. Акабе, приступай. Я не очень понял, зачем все это нужно, но решил сказать первое, что пришло в голову. Открой белоснежную коробочку на столе и вытащи ее содержимое. Кирю, это приказ. Открой белоснежную коробочку на столе и вытащи ее содержимое. Выполняй приказ так четко, как это возможно. Взгляд Мойки переместился с меня на коробку на столе. Не могу. Тебе же надо просто открыть коробку, так ведь? Я не понимаю, что происходит, показал на коробочку, стоящую в центре стола, но Мойка просто смущенно перевела взгляд обратно на меня.
Маха удовлетворенно кивнула. Она не может, смотри. Маха подняла коробочку и показала мне другую грань. Что? Дер... Что это? Der alte Würfel nicht. Фраза найдена в письме, написанном физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном своему хорошему другу физику-теоретику Максу Борну в декабре 1926 года. На русский она переводится как «Бог не играет в кости». Эйнштейн внес значительный вклад в раннюю квантовую теорию, но скептически воспринимал ее центральную идею о вероятном поведении квантов. Данная фраза была призвана выразить его несогласие с этой идеей. Блин, я учила немецкий, из чего я понимаю, только nicht это... Ну, нет или не. Или не. И alte это что-то... Alte это что-то старое. А Würfelt... Вот-вот я фиг знает, что такое Würfelt. Но все то, что это бог, скорее всего, это что-то вот древнее имеется в виду. Вот немецкий язык это еще то еще. Но он достаточно интересный. Бог не играет в кости. Фраза Эйнштейна. Кирю не смогла открыть коробку из-за нее. Так ведь? Да. Да, но почему? А что не так в моих словах? Почему ты не смогла сделать, как я сказал? Она не белоснежная. Кирю абсолютно права. Приказ Акабе содержал слова «открыть белоснежную коробку» и «вынуть содержимое», так? Но эта коробка не белоснежная. На ней кое-что написано. Поэтому она и не смогла открыть ее. Компьютеры отличаются от людей. Они могут выполнять в точности только то, что им приказано. Так что нужно быть максимально аккуратным при написании приказов программ. Маха положила коробку обратно на стол. С моего места букв не видно. Попробуем еще. Акабе, попробуй придумать подходящий приказ на основе новой информации, которую ты только что получил. Ясно. То есть проблема в том, что я сказал слово «белоснежное», а это делать не стоило. Именно. Значит, надо сказать попроще. Открой коробку на столе и вынь содержимое. Кирю, следуй приказу Акабе. В точности, как он сказал, ни больше, ни меньше. Мойка снова перевела взгляд с меня на коробку на столе. Я не могу. Но теперь-то что не так? Мойка слегка нахмурила бровь и указала на коробку на столе. Это не коробка. Не в силах больше сдерживаться, Маха рассмеялась. В этот раз она улыбалась еще искреннее, чем обычно. Кири, ты удивительно хорошо справилась с задачей. Я не думала, что все пройдет так гладко. Понятия не имею, что здесь происходит. Что это значит? Маха повернула коробку и объяснила мне суть хитрости. Это не коробочка. То есть ты на ней что-то написала? Из-за этих слов Кирю не может точно сказать, коробка это или нет. Поэтому и не может ее открыть. Так ведь? Да, так. Нет, нет, нет. Неважно, что там написано, это ведь все равно коробка. Так?
И не знает этого. Ему нужно давать четкое определение понятия коробка. Ради эксперимента мы предположили, что робот Кирю имеет базовое представление о том, что такое коробка. Но как только ты, что сам видел, стоит немного изменить информацию, которую ИИ получает, и он уже работает не так, как ожидается. Вдобавок, сейчас у нас на столе только одна коробочка. Но если бы здесь лежал, например, квадратный камень, выглядящий как коробочка, пришлось бы вводить команду, объясняющую разницу между ними. А если бы камень лежал на коробочке, для начала пришлось бы приказать снять его. Поэтому надо учитывать все возможные вероятности одну за другой по очереди. И всякий раз находились бы новые, да? Ага, постоянно. Мы не знаем, какие условия могут повлиять на суждение ИИ, поэтому нужно учитывать абсолютно все вероятности, которые только можно вообразить. Кирю, что ты сегодня ел на завтрак? Ела на завтрак? А это тут при чем? Пирожок с джемом. А что ты могла съесть на завтрак помимо пирожка с джемом? Пирожок с мясом. Если бы на завтрак ты выбрала пирожок с мясом, твои действия могли бы быть другими. И это тоже необходимо иметь в виду. А еще, погода тоже влияет. На улице ясно, но если бы пошел дождь, это, возможно, также оказало бы влияние на твой выбор. Еще могли повлиять температура и влажность воздуха в комнате. Цвет стола также имеет большое значение, к тому же влияние могло оказать его высота и материал, из которого он сделан. Занавески открыты, а вот что было бы, будь они задернуты. Вдобавок, следовало бы проверить варианты, когда они открыты наполовину или на 75%. Загрязненность занавесок тоже может оказаться решающим фактором. Когда их в последний раз стирали, дополнительными параметрами стали бы стоимость стирки и добросовестность того, кто их стирал. И... Стоп! Нужно было ее остановить, пока все не зашло слишком далеко. Утренний завтрак никак не повлияет на решение брать или не брать коробочку со стола. Так же, как и частота занавесок. Так что давай просто вычеркнем из твоего списка. Глаза Маха засияли. Вот именно так и есть. Ты абсолютно прав, Акабе. Завтрак и погода совершенно не влияют на открытие коробочки. И... Но откуда ты это знаешь? Ну, просто здравый смысл. И тут я наконец понял суть эксперимента. Маха удовлетворенно кивнула. Точно. И не имеет ни малейшего представления о здравом смысле. Понятно. В этом и заключается суть проблемы фрейма. ИИ приходится учитывать бесчисленное множество дополнительных условий, чтобы выполнить задачу. Значительную часть этих условий можно проигнорировать, но ИИ не знает, какую именно. А значит, ему приходится учитывать их все. Но все эквивалентно бесконечности, так? Если ему придется учесть бесконечное число условий, он никогда не сможет принять решение и взять ту коробочку. Человек без лишних раздумий уже знает, что ни завтрак, ни цвет стола не имеют никакого отношения к открытию коробки. Но и этого не знает. Люди с легкостью ставят рамки для условий, которые необходимо принять во внимание, но ИИ этого не может. Это и есть проблема фрейма. Ясно. Интересно. И еще бы. Но откуда люди знают, где нужно поставить рамки? Без понятия, эта загадка волнует умы исследователей ИИ уже на протяжении
60 лет. Как раз одна из целей проекта Amadeus — найти решение проблемы Фрейма. При взгляде на Курису может показаться, что мы решили ее. Но мы сами не знаем, как. Честно говоря, она и сама не знает. Ты не знаешь? Но ведь это ты создала Amadeus. У меня есть дюжина гипотез, и я могу их тебе рассказать, если, конечно, хочешь, но четкого математического обоснования у нас нет. И, в общем-то, все, что я сделала, это разработала механизм извлечения человеческих воспоминаний из перевода в цифровые данные, ИИ, оперирующий ими так же, как человеческий мозг. Это всеобъемлющая ассимиляция человеческого мозга, но это не означает, что мы знаем, как это работает. Мы знаем, что если создать объект с массой планеты Земля, он будет иметь гравитацию, равную G. Но это не значит, что мы постигли природу гравитации. Такое сравнение лучше для понимания? Не сильно понятнее, но я уловил, к чему ты клонишь. Ты создала ИИ, функционирующий как человек, но как функционирует человек, ты не знаешь. Совершенно верно. Тем не менее, это огромный прорыв в области ИИ. Исследования, симулирующие работу нейронов, велись долгое время. Но мы так и не смогли придумать способ создания данных, работающих эффективно. Информация о мозгу устроена в виде сложной переплетенной паутины знаний, собранных и структурированных человеком в течение десятилетий жизни. Другими словами, в виде воспоминаний. Точку. Форма организации воспоминаний была загадкой для ученых на протяжении долгого времени. Но благодаря исследованиям Курису, мы теперь умеем полностью извлекать воспоминания и оцифровывать их. Нам до сих пор не известно, как хранится информация, но зато мы умеем ей пользоваться. Amadeus, да? Да. В сфере исследований. И такое случается часто. Но однажды я смогу разобраться в этом, что из себя представляет человеческий интеллект. И тогда, Курису, я наконец-то тебя Маха внезапно осеклась на полуслове. Что такое? Ничего. Еще есть какие-нибудь вопросы? Не обязательно про проблему фреймов. Я еще... А с Турком хотел спросить, но, похоже, мы уже обсудили достаточно для статьи Мойки. Я взглянул на Мойку, которая на секунду замялась, после чего задала вопрос. В чем дело, Кирю? А сможет ли ИИ превзойти человеческие способности? Хороший вопрос. По уровню знаний Amadeus, скорее всего, уже превосходит любого в этой комнате. Все-таки у него воспоминания к Курису. С гением никому не сравнится. Я столько раз пытался соревноваться с самой Курису и познал это на собственной шкуре. Но это если сравнивать ее с нами. В основе Курису лежит память самой Курису, то есть человеческие воспоминания. Поэтому надо хорошо подумать, можно ли это считать действительно превышением человеческих способностей. Но, как мне кажется, недалек тот день, когда ИИ сможет больше, чем человек. Ученые поговаривают, что к 2050 году ИИ превзойдет человечество. Они называют это точкой сингулярности. Теория, предложенная математиком Вернером Винге и изобретателем Реймондом Курцвейлом,
Фраза относится к моменту времени, когда будет создан ИИ, чьи интеллектуальные способности превысят человеческие. В японском языке это именуется технологической сингулярностью. Теория утверждает, что с момента достижения точки сингулярности все дальнейшие исследования будут осуществляться и без вмешательства человека, и что начнет развиваться неантропоцентричная цивилизация. Это ознаменует значительный мировоззренческий сдвиг в истории человечества. Курцвейл прогнозировал наступление сингулярности в районе 2045 года, и многие другие исследователи в области ИИ, хотя и не согласны с точным сроком, также считают, что это произойдет. Мнения о роли, которую предстоит после этого сыграть человечеству, разделились. Появление Амадеуса значительно приблизило этот день. Спасибо. Пожалуйста. Машина, которая лучше человека? Прямо как в фантастическом кино. Такое вообще возможно? Поверить не могу, и это мне говорит будущий инженер. Ты умеешь летать хотя бы как аэроплан? Или, может, ты бегаешь быстрее скоростного поезда? Или считаешь быстрее самого дешевого калькулятора? Даже сейчас возможности машин намного превосходят человеческие. Кто даст гарантию, что мозг здесь останется исключением? В мире нет никаких волшебных машин, не поддающихся научному объяснению. В основе всего – физические явления. Изучив их основополагающие принципы, можно воссоздать их искусственно. Моя работа заключается в решении загадок, на которые нет ответов, и создании настоящего ИИ. Годится ли это для интервью, Кирю? Но Моэка не поднимала взгляд, а просто смотрела в записную книжку. Кирю? Да, этого хватит. С избытком. Уверена, получится интересная статья. Тебе тоже спасибо, Акабе. Да, было очень интересно. Так, я хотел немного поговорить, но, похоже, у Мойки и Маха были дела, и я ушел. Значит, в основе всего физические явления. Маха мыслит в точности, как большинство исследователей ИИ, считающих, что в человеческом мозге нет никаких черных ящиков. Но я-то знаю. Есть в человеческом мозге нечто, что наука объяснить не в состоянии. И все же, что такое этот считывающий Штайнер? Сможет ли наука когда-нибудь объяснить этот феномен? Так, по всей видимости, до концовки Маха тут очень большой отрывок. Я уж не знаю, почему так получается. То есть, эта новелла идет вообще по другому пути, чем прошлое. То есть, если первая новелла нашла так, что ты, неважно, как, на какую концовку ты идешь, события все одинаковые. А здесь, если ты поворачиваешь куда-то не туда, тебя разворачивают вообще неизвестно куда, и события вообще разнятся. И ты не знаешь, когда они закончатся, то есть сколько времени должно пройти. Поэтому это такое себе. Я думаю, нужно остановиться, еще раз сохраниться. Так, ну, по-моему, сохранилось, да? Так, да. Поэтому, думаю, на этом пора заканчивать. Это очень интересная лекция Маха была. Очень. Это почти на уровне, конечно, как у Курису было объяснение теории
постройки машины времени, но немножко в другом ключе. В принципе, по времени, наверное, так же. Итак, ну а с вами была Ами Шепард. До следующей серии. Всем пока!